Добрый день. Сегодня хотели вспахать теплицы под посадку огурцов и перцев. Вот так выглядит наша тепличка, подготовленная к культивации. А пахать мы будем вот этим культиватором Велитеч. Ну, а сначала заведем. Здесь по управлению топливом кран закрытия и открытия, подача топлива, подсос, открыть, закрыть. В таком положении будем заводить. Кран при этом так закрыто, так будет открыто. Далее зажигание. Включение, выключение. При включенном зажигании обороты пока на среднем. И пробуем заводить с помощью ручного стартера. И все, после того, как завели, поток можно убирать. Ну и ждем, когда прогреется. Минут 5. Наоборот, можно регулировать. Ну вот, прошло 5 минут. Будем заезжать теплицу. Ширина отрез позволяет заехать в теплицу без съема.
Ну вот так, друзья, выглядит наша тепличка после прохода нашим культиватором Elitech. Напомню, легким культиватором, компактным, что позволяет подъехать к каждому углу, каждому краю стенки. В общем-то, заехать в теплицу. Ну и показываю, как выглядела тепличка до вспашки культиватором. Ну вот эту траву по краям мы выкапываем, конечно, вручную, убираем. И проливаем теплицу для более комфортной работы в ней водой. Таким образом. Ну и через день-два после пролива пропахиваем уже культиватором. И главное, никакой пыли. Ну все, всем пока. Спасибо за просмотр.